Физкультур, привет. Привет, привет. Потихонечку настраиваемся, коврики расстилаем. Чаечек наливаем. И будем сейчас заниматься. Фанат. Да. Главная фанатка Варька. Варвара, 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 Варвара. О, Оля, привет. Сейчас мы с вами. Доброе утро всем, доброе утро. Еще разочек собираемся, расстилаем коврики, будем сейчас заниматься. Будем сейчас с вами делать мышечно-суставную гимнастику, а потом немножко потянемся и сделаем гимнастику для посадки в позу лотоса. Сейчас немножко подождем еще и будем начинать. Хорошо, давайте начинать потихонечку. Остальные присоединятся. Начинаем мы, садимся на коврики. Начинаем мы с дыхательных практик, с пранаям. Пранаяма называется так, потому что прана – это жизненная сила, жизненная энергия. То есть будем набирать с вами жизненную энергию. Садимся ровненько. Ноги скрестили или сели в позу лотоса, или полулотоса по-турецки. То есть самое главное, чтобы у вас были спина, шея и голова на одной прямой. Руки или ладошками положили на колени, или одну руку положили на грудь, вторую на живот. Сейчас будем делать с вами полное дыхание йогов. Полное дыхание йогов оно называется, потому что это не количество вдыхаемого воздуха, это техника сама, которая позволяет эффективно использовать весь дыхательный аппарат. То есть у нас включаются легкие, все бронхи, альвеолы. То есть это увеличивает количество кислорода в крови, помогает лучше использовать, да, лучше выводить шлаки и углекислый газ. Итак, садимся. Спинка ровненько. Смотрим вперед. Одну руку на грудь, вторую на живот. Вдыхаем сначала животом, грудью, и потом у нас плечи поднимаются. Выдыхаем также живот, выдыхает грудь, и опускаются плечи. Можно глаза закрыть. Делаем такие. У нас перерывов, задержек между вдохами и выдохами нету. По возможности вдох и выдох равны. Итак, положили ручки. И потому, как у нас поднимается рука на животе или на груди, мы можем понять, что мы, чем мы вдыхаем, соответственно, и выдыхаем. Итак, давайте начнем. Сели ровненько, глазки закрыли. Делаем таких 5 дыханий. 5 полных дыханий йог. Поехали. Расслабляемся, настраиваемся на занятие. Делаем каждый в своем индивидуальном ритме комфорта. Не торопимся. Настраиваемся на занятия. Все внимание свое направляем внутрь себя, на свои ощущения.
теперь мы со вдохом представляем, что набираем через макушку энергию чистую, свежую, здоровую, светлую, а с выдохом из себя убираем грязную, ненужную, отработанную энергию. Можно это визуализируем, это как картинку, как сосуд наполняется, да, прохладой, водой освежающей, так и мы наполняемся энергией чистой, а из себя убираем ненужную, отработанную. Давайте теперь это визуализируем и сделаем такие дыхания три. Хорошо. Потихонечку заканчиваем. Сейчас будем делать с вами мышечно-суставную гимнастику. Кто знает упражнения, у нас упражнения большинство повторяется. Кто знает, как делать упражнения, может уже закрывать глаза и сделать закрытыми глазами. Кто не знает, смотрит на меня и делает закрытыми глазами. Итак, движение кистей, стоп, вверх-вниз, вывешиваемся. Вывесились, вытянули вперед стопы и кисти. Делаем движение кистей вперед-назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. По очереди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Садимся. Если сбивается дыхание, делаем очистительное дыхание, когда это необходимо. Делается это он так. Со вдохом набираем энергию, набираем, вдыхаем. И с выдохом растягиваем уши, растягиваем кончики рта к ушам и делаем вот такие вот резкие выдохи. Дальше. Следующее упражнение у нас. Движение головой вперед-назад. Садимся. Исходное положение сидя. Голова, шея, спина на одной прямой. Делаем движение головы вперед-назад. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Заканчиваем. Стараемся делать так, чтобы у нас двигалась только голова и шея. Туловище у нас на месте. Следующее упражнение. Движение кистей и стоп влево-вправо. Вывешиваемся. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Внутрь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Заканчиваем. Очистительное дыхание. Кому тяжело делать, вывешиваться, очень тяжело, то можно делать сидя. Сели и вот так вот делаем. Круговые движения, еще какие-то. Ну, конечно, стараться лучше вывешиваться. Хорошо, следующее. Делаем очистительное дыхание, если необходимо. Следующее упражнение. Исходное положение сидя. Движение головой влево-вправо. Повороты головы. Ну, ручки положили на колени. Садимся ровненько. Итак, поехали. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Очистительное дыхание, если необходимо. Следующее упражнение у нас. Круговые движения кистями и стопами. Вывешиваемся. Вправо. Круговые движения. Раз, два, три,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Очистительное дыхание. Садимся. Если вам тяжело делать, очень тяжело, ну, можно сделать поменьше, допустим, не по 10 раз, а поменьше. Очистительное дыхание, восстановили дыхание. Следующее упражнение у нас сидя. Круговые движения головой. Поехали. Вправо. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Стараемся делать максимальную амплитуду круговых движений. Семь. Восемь. Влево делаем. Раз. Два. Три. Четыре. Ну, 8. Хорошо, закончили. Восстановили дыхание, сделали очистительное дыхание. Следующее упражнение у нас наклон головы к плечам. Исходное положение тоже. Делаем. Раз, два, три. Здесь стараемся плечи не поднимать, а опускать голову к плечам. Отслеживаем это, свое положение тела. Спина, голова и шея на одной прямой. 9, 10. Закончили. Следующее упражнение у нас петушиные движения головой. То есть спина у нас на одной прямой находится. А делаем движение головой вперед-назад, только шеей и головой. Делаем вперед-назад, вправо-назад, вперед. Влево, как петух клюет. Вперед, вправо, вперед, влево. Делаем самостоятельно. Чуть-чуть побыстрее делаем. Вперед, вправо, вперед, влево. Вперед, вправо, вперед, влево. Хорошо, заканчиваем. Следующее упражнение у нас змеиное движение. Делаем круговые движения параллельно полу. Делаем сначала слева направо. Здесь также у нас отслеживаем положение спины. Спина и туловище на месте. Двигается только шея и голова. Поехали. Справа налево. Точнее, слева направо. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И 8. Теперь справа налево. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8. Хорошо, закончили. Следующее упражнение у нас восточный танец. Восточный танец делается так. Спина на месте. Делаем движение головой вправо-влево. Похоже, как восточные танцовщицы. Руки поднимаем над головой и сцепляем ладошечки, соединяем. Поехали. Вправо, влево. Вправо, влево. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Закончили. Опустили руки. Следующее упражнение у нас новое, которое мы с вами не делали, называется ладушки. Исходное положение у нас. Сели, ноги вытянули, вывесились. Но сначала я покажу. Делаем, соединяем на весу стопы друг с другом. Сначала стопы соединили, потом лодыжки соединили. И вот так вот активно соединяем то стопы, то лодыжки. Руки при этом напряжены и делают вот такие вот паучьи движения пальцами. Делается это одновременно стопами и кистями. Делаем это вывесившись. Поехали. Стопы, лодыжки. Стопы, лодыжки.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь сжали кулачки и стучим стопами друг от друга. Хорошо. Заканчиваем. Делаем очистительное дыхание, восстанавливаем дыхание. Следующее упражнение у нас перекручивание рук. Исходное положение сидя. Ноги скрестили, спинка ровненько. Кому тяжело делать это упражнение, старайтесь, ну, все равно надо делать какие-то усилия, прилагать. И делаем в меру своих возможностей. Руки расслабляем и перекручиваем так, как вам удобно. Так, как у вас пока получается. Да, оно тяжелое. Были вопросы о том, как улучшить гибкость рук. Вот так мы с вами улучшаем ее. Потихонечку делаем регулярно эти упражнения, чтобы повышать гибкость рук. Поехали. Исходное положение сидя. Вытянули вперед руки. Ладошки смотрят друг на друга. Теперь правую руку поднимаем, кладем сверху и разворачиваем ладонь. Ладони сцепляем. Переплетаем пальцы рук и делаем расслабленными руками перекручивания. Вот такие перекручивания рук. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8. Поменяли. Теперь левую руку подняли. Положили сверху. Ладошки друг на друга смотрят. Переплели пальцы. Делаем теперь на левую руку, на другую сторону. Перекручиваем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь. Заканчиваем. Потрясли ручки. Если у вас где-то напряжение, можно вот такой легкий массажик сделать. Ручек там, локти или еще где-то. Кисти, где напряжение есть, так немножко помассировать. Хорошо. Следующее упражнение у нас пловец называется. Ноги скрестили, коленочки подняли немножко. Стопы поставили, скрестив на пол. Поставили локтями локти на колени. Ладошки у нас смотрят друг на друга. И делаем движение предплечьями, как пловец. Сначала изнутри наружу. При этом у нас позвоночник также совершает круговые движения. Да, прогибается под движениями рук. Вот так это выглядит. Сначала изнутри наружу делаем. Потом будем делать другую сторону. Поехали, начинаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Теперь делаем из... в другую сторону. То есть мы делали снизу вверх, теперь делаем сверху вниз. Движение рук у нас идет. Раз. Два. Стараемся, чтобы у нас предплечье, вот эта часть, была прямая, ладошки не гнулись. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И 8. Заканчиваем. Опустили ноги, размяли ручки, если есть напряжение. Следующее упражнение у нас. Стоя. Встаем. Упражнение называется наклоны к двум точкам. Ноги на ширине плеч. Встаем. Пальцы смотрят вперед. Колени сгибаем. Кладем ладони чуть выше колена, пальцами внутрь. Эта поза называется поза рыбака. Спина у нас расслаблена. Чтобы проверить, расслаблена ли у нас спина, мы убираем руки, тогда у нас туловище падает.
стоим на руках. Встаем и делаем наклоны к двум точкам. Представляем, что у нас одна точка, где пальцы ног, а вторая чуть правее, допустим, по ордеру. И наклоняемся плечом к первой точке, а ко второй точке локтем. Голову при этом поворачиваем направо. Выглядит это так. То же самое делаем на другую руку. Делаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10. Заканчиваем. Потрясли руками, расслабили руки. Хорошо. Следующее упражнение у нас сидя. Садимся. Скрещиваем ноги. Следующее упражнение называется поднятие стен, отодвигание потолка. Точнее, отодвигание стены, поднятие штанги. То есть мы сели, спинка ровненько. Спина, шея, голова на одной прямой. Делаем, ладошки вставим вперед и с напряжением давим ладонями вперед, как будто мы отодвигаем стену. В конце мы расслабляем и отодвигаем стену. Давайте сделаем. С напряжением давим, давим, давим и в конце расслабляем. Еще раз. Два. Три. 4, 5, 6. Расслабили руки. В стороны делаем то же самое. Ладошки выставляем в стороны. Давим. 1, 2. С напряжением максимально, максимально, максимально. 3, 4. Давим, 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 давим. 5. И последний раз. 6. Хорошо. Встряхнули руками. Расслабили. Теперь вверх. Поднятие штанги. Ладошки смотрят вверх. Также давим аналогично предыдущим упражнениям. Вверх. Давим, давим. И расслабили. 2. Стараемся делать с максимальным напряжением. 3, 4. 5, 6. Закончили. Встряхнули. Следующее упражнение у нас называется Мюнхгаузен. Подтягивание. Напоминаю, кто знает, как делать упражнения, мы делали их в предыдущие разы. Закрывает глаза и старается делать упражнения закрытыми глазами. Сделали очистительное дыхание, исходное положение сидя, подняли руки, переплели их над головой, сцепили ладонями, делаем подтягивание наверх. При этом мы представляем, как будто мы свое тело вытягиваем, как Мюнхгаузен вытягивал себя закусу за волос, так и мы себя вытягиваем. Вытягиваем позвоночник, все туловище. Тянемся вверх, тянемся, тянемся с напряжением, глаза закрываем, представляем, расслабились. Вправо тянемся, в сторону тянем себя, расслабились, влево тянемся, тянемся, расслабились, вверх тянемся, расслабились, еще раз вправо, расслабились, влево. Расслабились и заканчиваем подтягиванием вверх. И расслабились. Закончили. Следующее упражнение называется тещин язык. Скручивание. Исходное положение сидя. Руки за голову. Давим ладонями на затылок. Помогаем ему скручиваться.
скручиваемся, делаем аккуратненько, плавно, насколько у нас получается, скручиваемся, давим на голову, у нас сначала скручивается голова, шейный отдел, грудной и поясничный. В итоге мы должны поставить голову в идеале на пол. Скрутились. Потом в том же порядке поясница, грудной отдел и шея. Мы в исходное положение выходим, разворачиваемся. Делаем плавненько, как улиточка. Скрутились и раскрутились. Итак, тещин язык делаем. Поехали. Скручиваемся. Голова, грудь, поясница. Раскручиваемся, поясница, грудная клетка и голова последняя выходит. Делаем еще раз, глазки закрываем, расслабляемся, скручиваемся. Раскручиваемся, выходим. Очистительное дыхание делаем, если необходимо. Хорошо. Следующее у нас упражнение. Это будет уже вторая часть мышечно-суставной гимнастики. Она противопоказана беременным. Так что, если у нас есть беременные, мы не делаем ее с вами. Встаем. Встали. Упражнение называется «Стройные ноги». Любимое всеми упражнение. Делается оно. Пальцы вместе, ноги вместе. Встаем. Мысочки смотрят вперед. Поднимаемся на мысках. И делаем вот такие пружинящие движения на мысочках. При этом пятки у нас не касаются пола. Опускаются, но пола не касаются. Итак, поехали. Руки, спина прямая. Руки поставили на талию или в стороны, чтобы держать равновесие. Делаем. Итак, делаем активненько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Перекаты с пяточки на носки. С пяточки на носки. Пятки, носки, пятки, носки. Потрясли, сбросили напряжение. Следующий еще раз подход делаем. Стройные ноги. Мысочки, ну, стопы вместе. Мысочки смотрят вперед. Поднялись на мыски. Итак, раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Перекат. Пятка, носки. Пятка, носки. На ребра стоп. Справа, налево. Внешний, внутренний. Сбоку, на бок. Перекатываемся. Хорошо. Закончили. Встряхнули ножки. Следующее упражнение у нас балетный шаг. Ноги. Чуть-чуть мысочки у нас смотрят вперед. Ой, внутрь. Коленочки внутрь смотрят. И делаем вот такие вот, резко сгибаем колено. У нас коленочки друг на друга. Друг к другу сгибаются. Руки можно положить на талию. Делаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Встряхнули. Теперь делаем еще раз подход. Балетный шаг. При этом у нас пяточки отрываются от пола. И коленки прям близко друг к другу. Могут заходить друг за дружку. Ноги у нас немножко уже, чем плечи. Руки на талии. Итак, поехали. Сгибаем колено и немного отрываем пяточку. Колени заходят друг на друга. Друг за друга. Три,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо, закончили. Следующее упражнение у нас называется хула-хуп. Встаем. Одна нога. Хула-хуп на одной ноге. Одна нога задняя ставится немножко сзади. А правая нога у нас встает на пальчики. То есть она у нас задняя нога опорная, а передняя у нас немножечко на пальчики. И на той, и на той ноге мы сгибаем колено и делаем круговые движения. Колени расслаблены, таз расслаблен. Делаем максимальную амплитуду круговых движений. Большой, максимально большой круг. Таз расслаблен. Можно руки за голову положить. Это также похоже на движение восточных танцев. Коленочки расслаблены, чуть-чуть согнуты. Максимальную амплитуду тазом делаем. В другую сторону круговые движения. Хорошо. Теперь делаем выпады сзади вперед, как удар тазом. Сзади вперед, сзади, сзади вперед. Полукруг делаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10. Закончили. Поменяли ноги. Теперь правая нога у нас стоит немножко сзади, а левая впереди, на пальчиках на полу. Колени присогнуты, таз расслаблен. Делаем круговые движения. Руки или на талии, или за головой. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. В другую сторону таз расслаблен. Стараемся делать максимально большие круги. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закончили. Теперь делаем удары тазом. Полукруг. Описываем полукруг. Сзади, вперед. Сзади, вперед. При этом у нас нога на мысочках тоже немножко вращается. Делаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Потрясли ножками, расслабили. Следующее упражнение у нас хула-хуп на двух ногах. Ноги на ширине плеч. Пальцы смотрят вперед, пальцы ног. Колени расслаблены, чуть-чуть полусогнуты, присогнуты. Делаем круговые движения тазом. В одну сторону. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили, потрясли ножками, расслабили таз. Теперь делаем движение вперед-назад тазом. Колени присогнуты. Исходное положение тоже. Делаем вперед-назад. Вперед-назад. Движение таза. Плавненький. Копчиком. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Закончили. Расслабили ножки. Делаем круговые движения таза. Колени у нас прямые. Делаем в одну сторону. Вправо. Раз. Два. Колени, точнее, у нас чуть-чуть присогнули коленочки и делаем круговые движения. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Другую сторону. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять. Закончили. Стряхнули ножки. Расслабили. Следующее упражнение у нас. Приседания. Ноги на ширине плеч. Пальцы смотрят вперед. Спинка ровненько. Макушечкой тянемся вверх. Руки вытягиваем вперед для равновесия. И делаем приседания. Делаем аккуратненько. Стараемся держать равновесие. Поехали. Приседаем вместе со мной. Раз. Два. Три. Четыре. Колени и пальцы ног смотрят вперед. У нас пять. Шесть, семь, восемь. Закончили. Встряхнули ножками, расслабили. Следующее упражнение у нас махи ногами. Исходное положение тоже. Ноги на ширине плеч, пальцы смотрят вперед. Руки вытянуты вперед. Делаем махи ногами и достаем ногой до руки. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Потихоньку руки разводим вперед. Вот так вот параллельно. В стороны потихонечку. И, соответственно, и ноги у нас немного в стороны при подъеме. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Встряхнули. Следующее упражнение у нас называется наказание. Исходное положение стоя. Руки на талии. Достаем пяточками до ягодиц. Размахиваемся. И ударяем себя пяточкой по ягодице, по одноименной. Получается такой звук. Хлопок. Делаем. Не жалеем себя. Активненько наказываем. Массируем ягодички. Делаем активно. Поехали. Не халтурим. Делаем, делаем. Можно быстрее делать. Делаем, делаем активно, активно, активно. Размахиваемся и достаем себя. Ударяем пяточкой по одноименной ягодичке. Хорошо. Потихонечку заканчиваем наказание. Ну, как у вас получается? Напишите мне, как у вас проходит. У нас в конце будет садимся. Следующее упражнение у нас велосипед. Делаем очистительное дыхание, восстанавливаем дыхание. У нас в конце будет немножко времени. И напишите, пожалуйста, у кого какие вопросы есть по поводу гимнастики. Что получается, что не получается, что тяжело, легко. Будет время, я постараюсь ответить.
Итак, продолжаем. Велосипед. Вывешиваемся и делаем велосипед не лежа, а вывесившись. Поехали. Раз. Руками и ногами. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Легли, отдыхаем. Подняли ноги и руки, потрясли, расслабили. Хорошо, теперь делаем в другую сторону на себя велосипед. Вывесившись, делаем. Вывесились на себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Легли, закончили. Подняли руки, ноги, потрясли, расслабили. Остановили дыхание. Хорошо. Садимся. Следующее у нас упражнение. На сегодня почти заключительное. Предпоследнее. Упражнение называется ролик. Сели, обняли колени правой рукой, правое колено, левой рукой, левое. И делаем ролик. Когда мы ложимся на спину, делаем это аккуратненько. Раздвигаем коленочки немножко вперед, чтобы коленями не засветить себе в лицо. Делаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Теперь еще два раза, три раза сделаем с вами со вставания. Ролик и встаем. Делаем вместе со мной. Поехали. Раз. Встали. Еще раз. Два. Встали. Три. Последний раз. Встали. Ура! Молодцы! И последнее упражнение на сегодня. Называется закидывание ноги. Исходное. Это новое упражнение. Мы с вами его не делали еще. Исходное положение лежа. Мы поднимаем правую ногу и закидываем ее, кладем в левую сторону. Колено у нас при этом прямое. Стараемся ягодицу не отрывать. Подняли. И положили лопатку. Нет, ягодица отрывается, лопатку стараемся, правую лопатку не отрывать от пола. Положили ногу. Кладем, насколько возможно, и расслабляемся. Правую лопатку от пола не отрываем. Наверх подняли ногу правую и положили на пол. Левую. И кладем влево. Вот я на диван кладу. Можно коленочку согнуть и вот так положить, если места нет. Желательно, конечно, прямую ногу. Левую лопатку теперь стараемся не отрывать от пола. Скручиваемся. Можно помогать себе рукой правой. На коленочку давим. Хорошо. Поднимаем левую ногу наверх и опускаем на пол. Хорошо. Закончили мы делать мышечно-суставную гимнастику. Сделали очистительное дыхание. Что уже вопрос? Хорошо. Сейчас будем делать с вами гимнастику для посадки в лотос. Лотос является основной. Посадка, поза лотоса является основной в йоге. И она способствует нормализации психического состояния, успокаивает, замечательно разрабатывает тазобедренные, коленные и голеностопные суставы ног. То есть это основная асана, основная поза для йоги. Итак, гимнастика для посадки в лотос. Исходное положение у нас сидя, ножки вытянули вперед, спинка ровненько, положили правую, согнули правое колено и положили его на левую ногу.
делаем покачивание коленом. Правую руку можно положить на колено и помогать ему. Левую руку кладем на стопу. Покачиваем спинку ровненько. Делаем покачивающее движение. Разрабатываем тазобедренные, коленные суставы. Стараемся в идеале, мы должны достать коленом до пола. Покачиваем. Покачиваем, покачиваем. Хорошо. Следующее упражнение у нас наклон. Наклон к вытянутой ноге. Беремся ладошками за голень или за стопу, или за колено, за что затягиваемся. И делаем пружинящие такие наклоны. Самое главное, чтобы у нас спина была прямая, максимально прямая. Лучше сделать небольшой наклон, совсем небольшой, но чтобы спина была прямая. Мы руками помогаем себе и притягиваем туловище к вытянутой ноге. Делаем наклоны пружинящие. Расслабляемся. Стараемся отследить, где у нас напряжение в туловище, в мышцах. И расслабить это место. Хорошо. Поменяли ножки. Теперь левую ногу положили. Колено согнули. Левую руку на колено. И делаем покачивающее движение левой ногой. Спинку ровненько держим. Держим, держим. Покачиваем. Помогаем себе, немного давим рукой на колено, помогаем. Хорошо. Теперь делаем наклоны к стопе, к вытянутой ноге. Взялись за голень, стопу и делаем наклоны. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо, закончили. Следующее упражнение – бабочка. Поставили, соединили стопы, ног. И делаем покачивающее движение колена. При этом стараемся, чтобы спина была у нас прямая. Если тяжело держать прямую спину, то можно, облокотиться о стеночку, о диван, о что-то. Пододвинуться вот так вот близко и делать бабочку. То есть кладем руки на колени. Давим на колени и делаем покачивающее движение. Стараемся в идеале, да, опустить колени на пол. Это очень полезное упражнение для тазобедренных суставов, для колена. Ну и, конечно, способствует разработке этих суставов. Делаем бабочку. Делаем. А так желательно, конечно, не облокачиваться, а стараться самой спину держать. Спина, шея, голова у нас на одной прямой. Хорошо. Можно из стороны в сторону поперекачиваться. Вот так вот. Массаж ягодиц. Массируем ягодички. Хорошо. Замечательно. Следующее упражнение у нас. Садимся. Ножки вытягиваем. Касание пяткой точек. Берем пятку. Правую руку сверху кладем, левую снизу. Берем правую ногу, сгибаем ее. И пяточкой касаемся, дотягиваем ногу в промежность. Коснулись. Спинку ровненько, расслабились. Посидели так. Можно пружинящее движение сделать. Теперь подняли ножку и пяточка коснулись живота. Держим пяточку, держим, расслабляем ножку. Отслеживаем, где у нас напряжение в мышцах, расслабляем. Теперь правую руку перехватили снизу. И также взяли за пяточку, а левую руку взяли за пальцы ног. Поднимаем груди, любимую свою ноженьку. Пяточкой достаем до груди. Делаем как получается. Можно вот так вот на расстоянии держать, можно просто поднять. У кого как получается, делаем.
Делаем, делаем, тянем, тянем. Можно чуть-чуть согнуть, наклониться вперед. Не согнуться вот так, а в талии сгибаемся и чуть-чуть вперед наклоняемся. Вот так, конечно, нагрузка большая идет на поясницу. Лучше не делать. Хорошо. Теперь опустили, перехватили руку. Опустили. Теперь к животу опять пяточку. Держим. И опустили ее промежность. Достали пяткой до промежности. Держим. Хорошо. Вытянули ножки. Расслабились. Пока мы делаем так, я понимаю, что это ваше тоже любимое упражнение, что все достают. У всех оно супер легко получается. Делаем. Берем уже левую ногу. Правую руку. Левую руку под пяточку. А правую кладем на мысочек. Нет, левую сверху. А правую тоже сверху. Достаем пяточкой до промежности. Достали. Спинка ровненько. Теперь до живота пяточку достаем. Пяткой. Левой пяткой до живота. Достали, расслабились. Теперь перехватили руку. Левую руку снизу и берем за пяточку. Тянем пяточку к груди. Можно вот так вот ее подальше от себя, если не получается. Можно немножко в талии согнуться. И притянуться к пятке. Обняли ее, прижали к груди к своей. Хорошо. Перехватили руку теперь сверху, левую. И опустили пяточку к животу. Теперь опустили ее в промежности. Хорошо. Следующее упражнение у нас. Упражнение, сидя на пятках. Сгибаем коленочки и садимся на пятки. То есть у нас пяточки немножко в сторону, мысочки соединены. Сели. Спинку выпрямили. Грудь вперед, плечики назад. Ладони положили. И стараемся посидеть на пяточках. Я понимаю, очень бывает больно вот в этих местах, где у нас подъем стопы. То есть мы пробуем разные, облокачиваемся на руки и пробуем разные, да, разные положения, чтобы почувствовать более-менее комфорт. Как нам удобно. И посидеть немножко на пяточках. Сели, сделали полный вдох. Выдох. Это упражнение, это вообще поза, называется поза ученика. Потому что так сидят во многих восточных странах. Вот если вы видели, они там все время так сидят. Они постоянно там так сидят. Вот сколько у них идут какие-либо занятия где-либо, они сидят вот так на пятках. При этом еще можно сидеть по-другому. Можно пяточки поднять, не в стороны, а поднять. И они при этом массируют ягодицы. А у нас, где в области ягодиц находится очень важные нервы, тройничный нерв, то есть, да, массируя, просто находясь в таком положении, мы массируем себе эти нервы, да, области, воздействуем при этом на свое состояние, на самочувствие. Хорошо, выходим, помассировали коленочки, там, где у нас напряжение было, встряхнули. Расслабились. Хорошо. И давайте попробуем сесть с вами по-турецки или в полулотос. Полулотос — это мы берем правую ногу, кладем ее на бедро, а левую ногу снизу. Вот так получается. То есть правая нога у нас пяточкой лежит на бедре, а левая снизу. Попробовали сесть немножко. И посидеть в этом положении. Это поза называется полулотоса. Полулотос. Хорошо, у нас немножко времени осталось. Совсем немножечко. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Что получается, что не получается, что сложно, что легко.
На этом наше занятие подходит к концу. Итак. Есть какие-то вопросы? Потом, да, потом за ушко ногу мы делаем. Я благодарю вас за внимание, за гимнастику. Что получается, что не получается? Пишите. Сегодня будет жестко. Нет, Варь. Ну смотри, это тебе решать, как жестко, не жестко. Варя в ролике. Как в рулетке победить перевешивающую? В какой рулетке? В ролике? Варь, в ролике? Куда она тебя назад перевешивает? Ну, ты надо делать посильнее размах. То есть мы садимся и туловище еще больше вперед наклоняем и посильнее назад размахиваемся. То есть посыл должен быть сильнее. Только аккуратно надо делать, смотреть, что сзади тебя, когда ты перекатываешься. На полу лотос, верхняя нога, колено торчит вверх от пола 20 сантиметров. Из ролика встать не получается. Пробую. Надо посильнее. Вот все в размахе дело. Чем сильнее мы назад даем посыл, тем больше посыл будет в другую сторону и легче вставать будет. То есть силу размаха надо. Лотос вообще суперсложное и суперполезное упражнение. Мы делаем потихонечку, как получается. Да, благодарю. Я вас благодарю за внимание. Желаю всем удачного дня. Так, ролик. Ответила на ваши вопросы, девочки? Ответила? Сколько у нас времени? Еще минуточка есть. Все дело в регулярности. До завтра. Да, до завтра. Завтра я жду вас 10 часов. Будем дальше заниматься. Делать гимнастику и лотос. Ура! Счастливо! Всем хорошего дня. Пока.